Потовыделение обильное. Второй раз я испытал, познал это потовыделение. Короче, 2 недели у меня было загрузочных. Персики, виноград, дыни. Обожрался я. И они не успели у меня выйти, наверное. Я вот поход пошел весь в потах, в путах. Первый раз я помню астраханский опыт. Это было в жару, градусов 40. Я приехал с Астрахани на электричке и купил виноградного сока и 3-литровой банки. Выпил этого сока. Вот я тогда выпотел полностью. То есть там сахароза это или сахар, хрен его знает, что там было. Но потел я конкретно. Я запомнил это. В жару лучше не пить. И баланс воды соблюдать. Жаркий. Я где-то в день примерно около 1 литра воды всего, получается, выпиваю в суммарной мощности. Не больше, может даже меньше. А с персиками и с виноградом я переборщил. Обожрался, короче,